когда вот эти вот подвесы 60 на 27 прикрутили, вот здесь вот, здесь 27 на 28, на этой стороне получается 27 на 28, и здесь 27 на 28. То есть теперь сделаем поперечины из профиля 60 на 27. Все, вот они прикручены по всему потолку. Еще не по всему, но прикручиваем по всему потолку. Так, здесь, здесь, здесь. Так, ну а здесь получается профиль также будет 27 на 28 поперечный. Вставляться вот в этот профиль 27 на 28. А здесь будет также делаться вот подрез ножницами. И вот будет такое же соединение. Так, вот здесь вот у нас будут точечные светильники. 1, 2, 3, 4. Так, нам надо будет еще провести провода сюда, прокинуть. Так, а вот здесь вот будет декоративная подсветка. Здесь. Здесь. Так, ну тут почти все. Дальше будем уже... Здесь вот поперечный сделаем и будем уже зашивать гипсокартоном частично. Так, ну а еще после того, как частично зашьем гипсочем, вот здесь вот надо выровнять потолок. Здесь надо выравнивать идеально все по уровню, так как здесь будет подсветка, и если что-то неровно, вот эти вот все, ну, неровности, если где-то что-то не по уровню будет между потолком и гипсокартоном, вот этими профилями, то это все потом у нас вылезет в конце.